Василий и Ирина Плеханова из Троицкого Сунгура долгое время мечтали о своем личном подсобном хозяйстве. В 2017 году мечта стала реальностью. Своими силами семья построила мини-ферму из 10 молочных коров. По хозяйству паре помогают 5 сыновей. Свежим и качественным молоком Плехановы снабжают местный кооператив «Станичный». Сейчас у меня 10 коров дойных. Вот. 4 уже корова телилась, 3 бычка, 1 телочка. И в дальнейшем еще вот ждем 3 коровы, должны отелиться. В июне Плехановы победили в конкурсе на получение грантов в рамках целевой программы «Начинающий фермер». Сертификат на 1 200 000 рублей семье вручил лично губернатор Сергей Морозов. На эту сумму фермеры приобретут еще 10 коров. Естественно, ферма одна из уникальнейших. И вот это, все, что касается на сегодняшний день кооператива «Станичный», плюс, соответственно, малый фарм хозяйственный и крупные предприятия, это СБС, это наш пилотный проект, который на сегодняшний день показал действительно хороший результат. И такой же аналогичный проект мы должны делать не только на территории. Кстати, в разведении крупного рогатого скота молодой семье помогают специалисты животноводческого комплекса «Агронептун». А благодаря грамотному индивидуальному подходу к каждой буренке и сбалансированному питанию фермеры получают больше молока. Мы видим, что на данной ферме показатели даже немножко выше, чем у нас на ферме. Это как раз-таки за счет того, что сбалансированный рацион, который Василий Плеханов может себе позволить купить здесь, на данной ферме. Далее губернатор отправился на встречу с фермерами и кооператорами, где обсудили проблемные вопросы и дальнейшее развитие. Заодно глава региона осмотрел выставку специализированного автотранспорта и продукцию товаропроизводителей. Губернатор Ульяновской области объявил тематическую неделю федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого реализуется наш проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Цель проекта – это вовлечение в субъекта малого и среднего предпринимательства за все годы реализации проекта 1636 человек. Это к 2024 году. Одно из направлений развития малых форм хозяйствования является как раз развитие кооперации. На данный момент в регионе зарегистрировано 61 потребительский кооператив. Общая сумма поддержки по всем направлениям, в том числе грантовые, составила 144 миллионов рублей. Во многом благодаря таким вот наработкам и лучшим практикам, накопленным за годы, мы с вами смогли с высоких позиций начать работу в формате национального проекта. На встрече соглашение о сотрудничестве подписали профильное министерство и корпорация развития предпринимательства. Стороны обязались взаимодействовать по вопросам организации малого и среднего бизнеса на селе. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ из Новоспасского района.